Последний раз я был в Соединенных Штатах Америки, и американский тренер мне показал удар коленом. В смешанных единоборствах человек, чуть-чуть присев, может вас сбить. Сам удар должен быть вот отсюда. И если я сближаюсь и пытаюсь его забрать, мне уже сложно еще раз его столкнуть. Всем здравствуйте, меня зовут Максим Гришин. Я действующий российский боец смешанных единоборств. Достаточно давно выступаю, но, к сожалению, СМИ не всегда уделяют мне огромного внимания. Поэтому, может быть, вы меня не можете не знать. А хочу вам показать пару приемов, технических моментов. У меня вот последний раз я был в Соединенных Штатах Америки, и американский тренер мне показал очень интересный нюанс. Это удар коленом. Особенно, когда вас чуть-чуть прессингует, и человек, который, ну, так сказать, можно сказать, с борцовской базой, пытается вас в клетке и придавить. Я его узнал недавно, сейчас стараюсь его отрабатывать и использовать в своих спаррингах. А удар коленом навстречу. В классическом своем варианте и отработке мы бьем коленом, выпрямляясь в тайской манере, то вперед чуть-чуть, подшагивая и вынося колено вперед. То есть, когда в смешанных единоборствах человек, чуть-чуть присев, может вас сбить, пропустив ударом коленом, сбить. В чем заключается фишка приема удара коленом, который я? То есть, не выпрямляться вверх, вы сели чуть-чуть на ногах и двигайтесь. И сам удар должен быть, к сожалению, партнера нет, но я вам покажу. Сам удар должен быть вот отсюда. То есть, когда человек к вам идет, вы бьете его коленом и убираете ногу. Почему он, этот удар, мне кажется, очень перспективным? Потому что вы не выпрямляетесь, и даже если вы не попали, вас сложно свалить. У вас низкий центр тяжести, и вы работаете в своей стойке. То есть вы деретесь, вот как он только пошел. Удар назад. Удар, нога сразу назад. В классической своем тай-манере, в кикбоксерской, сложно этот удар сделать, ударить, именно выпрямившись, вас снесут и вы упадете. То есть вы выпрямляетесь, вы теряете центр тяжести, когда вас толкают. А здесь, присев, вот этот удар, то есть чин, отсюда. То есть он короткий, его не видно, но попав в корпус или в голову, очень интересный. Вот таким способом, бум. То есть на вас идет, бум, не выпрямляться. То есть я всегда даже пытался ударить коленом именно вот классический вариант, выпрямиться, бум. Отсюда, бум. Но человек, если идет плотно вас забирать ваш корпус, вы можете упасть. В моем варианте, не в моем, вновь показанном варианте, здесь это сделать сложно. Попробуйте, поотрабатывайте. Вызываешь человека, бум, ударил, ногу убрал. Здесь еще можно ногу вырывать и ставить назад. Ударил, сразу назад. Так, ребята, в продолжение разговора нашелся партнер, перспективный начинающий боец смешанных единоборств. Момент того, что вот классический удар коленом, ну, как ты бьешь, классический, как я показываю, как мы в основном все бьем. Вот он, раз, еще раз, да, и еще раз попади мне в ладошки, раз. Вот смотрите, если я боец ММА, когда я боец ММА, я пытаюсь, бей коленом, то есть мне легко его столкнуть. Теперь, о, нашим... Методики, да. Ну, методика смешанных единоборств, чуть-чуть присесть центр тяжести. И если я сближаюсь и пытаюсь его забрать, мне уже сложно еще раз его столкнуть. Еще раз. Вот, мне сложно его столкнуть. То есть колено должно быть, не выпрямляйся, бей коленом вот отсюда. То есть мне, вот, и мне сложно, он всегда защищается. То есть он из клинча попадает максимально удар коленом в корпус или в голову, при том, что он еще после себя защищает, даже если он не попадет. Еще раз показываю. Вот, да. Это все, присядь, центр тяжести ниже. Вот смотрите, я раз, не, он уже защищается. Ну, то есть, вот такого формата удар нужно его тренировать, оттачивать и пробовать в своем снаряжении, чтобы оно было... В своем арсенале. Арсенале снаряжения. Если что, я просто пере. Все, попробуйте отрабатывать это в зале и отпишитесь в комментариях, получилось или нет.